Слава Украине! Героям слава! Почти год прошел с того момента, когда более сотни запорожцев собрались на площади Свободы, чтобы снести памятник Дзержинскому. С тех пор вопрос о демонтаже остается открытым. По оценкам специалистов, на это нужно почти 300 тысяч гривен. Бюджетный запрос в профильный департамент уже отправлен, но ответа пока не поступило. Не выбрано и место, куда можно было переместить Феликса Эдмундовича. Один из предложенных вариантов – парк Кирова. Законом про декоммунизацию указан демонтаж. Дальше экспозиция возможна только в экспозициях музея. Поэтому для того, что если мы хотим паркировать в другое место, чтобы он экспозиция, чтобы люди могли его наблюдать. Для этого оно должно быть принято как экспозиция музея. Вопрос о новом месте для Дзержинского должен решиться в ближайшее время, говорят специалисты. В свою очередь депутаты комиссии по жизнеобеспечению отмечают, проект, который планируется вынести на сессию, в целом поддерживают. Но документ нужно доработать. Правильно, нужно это делать. Но чтобы сделать разумно, а не просто воздух сотрясти, необходимо сейчас на сессии найти финансирование и определить, куда его перевести, этот памятник. Я предлагаю это решение поддержать, а сформулировать позицию комиссии следующее, что в данном виде это решение нуждается в доработке до сессии. Поддержали депутаты и еще один проект решения – присвоить статус сквера территории в Хортицком районе. Раньше там был пустырь. Новый сквер будет назван именем Петра Калнышевского.